Он гей, но у него особая связь с классической музыкой. В нем много интересного. Здорово, ребят, здорово. Каково тебе быть тёзкой Буянова? Блин, если честно, мне никогда не нравилось имя Никита. Это еще со школы пошло, когда это имя опозорил Никита Литвинков. Но с возрастом я стал мудрее, и я понял, что... Ух, что-то такое ощущение, будто я в вечность в Тарков не заходил. Я даже не помню, на чем мы... А, мы в лес ходили, миротворческую закрывали и так и не закрыли. Не рефа по... Наконец-то! Они починили рефа. Да, они, кстати, выложили пост, они пока отключили синхронизацию персонажа в арене и Таркове. И, видимо, это починило рефа. Я, наверное, просто вот так вот бахну. Даже разбираться не буду, что там мне надо, что там мне не надо. А, мы еще, кстати, ковбойскую шляпу притащили. Нам одна ковбойская осталась. Сундучок открылся какой-то. Снаряжение. Не влезет. Там могут быть рюкзаки. Что-то музыка слегка громковата, да? А, я заставку не поменял. Заставка топ, почему бы не посмотреть, сколько я на нее денег потратил. Смотреть заставку всем. Интересно, какой Тарков меня сегодня ждет? Хороший, средненький или как обычно? Говно! Классные звуки в игре. Хорошая Грена. Блин, он скорее всего просматривает эту шляпу. Но у меня третья каска, он меня в башку, даже если в шлем попадет, вырубит. Не, надо уходить. Ага, ушел, проверяй. А может тоже какой-то снайпер подсосался? Мне надо ботов убить. Ну, мне его не видно. Дыши, маленький, дыши. Вонючка с мусинкой. Вы хотите верьте, хотите нет, я этих голых мусинистов больше всего в Таркове боюсь. Просто одна рандомная и все, и до свидания. Верь, медведи. О, есть пробитие. Что нам сектанты принесли? Котика. Я, кстати, этот ящик не получу. Мне он. Мне впадло, поняли? Там куда-то заходить, что-то делать. Мне влом. Мне тупо впадло. Ну, реально, мне лень. Мне реально лень. Просто лень и все. Стример без стримерского ящика, так по-тарковски. Битрейт немного шалит. А, да? В Таркове в лесу битрейт шалит? Ни разу такого не было. Спасибо, что сказал. Сейчас пойду и пофикшу. Всего-то надо пофиксить траву в Unity и... А помочь Твичу допилить кодек новый. Сейчас, ребят, я мигом. Бля, так ненавижу Тарков, когда вот так вот пол локации обходишь. Тебе нужно, сука, два диких. Бля, ты дикого найти одного не можешь. Наныл. Стоит полагать, если до выхода ООН идти, по левой стороне, не доходя до депо, будет много батья. Ладно, нормально. Не надо будет идти на выход ООН. Блин, я что-то после вчерашнего турика для меня дедлок немножечко по-другому раскрылся. Во мне сидит маленькое такое зерно, которое прорастает и наращивает желание зайти еще говно вот это дедлоковское пораспробовать, посмаковать. Но, понимаете, игра может быть говном, но когда нас это останавливало? Никогда. Надо ревизию резерв идти делать. А лучше, кстати, лучше реально путевка санаторий 6-2 пойти сделать, пометить вертолеты. Кому-то самогон надо вообще? Осуждаю! Это просто цена, это просто цифры. Привет, возник вопрос по механике. Насколько безопасно диффузить растяжки хуем? Следующий вопрос. Why are you gay? Опа. Это по мне, да, наверное? Не, не по мне.
Тогда, скорее всего, на той стороне чел бежит к автобуске. Бля, не дай бог тут на входе мудак стоять сейчас будет и убьет меня. На инерция. Откуда? Нет медикаментов, нету зеленки! Это санитар! Это санитар! Прицы давай! Нихуя себе, блядь! Бля, пачка типов уже зашла. Блин, но пока я здесь, круг надо любыми способами пометить. Джоэн, привет. У меня спрашивает Макс, нравится ли тебе, что я тебя смотрю. Ай, патроны, блядские, они дали мне дозарядиться. Боже, сколько их. Просто были бы патроны, все бы умерли. Я два раза на башку навожусь и щелкаюсь. Хорошая ПВП, ГГ, nice fight. Но, блин, unlock. Ну, естественно, по этому тупорылому квесту надо выжить. Естественно, как же по-другому. А сколько новый пулик стоит? А еще просто что-то новое взять. Так дешево? Как будто вот этот можно взять. Вертикалка ставится, прицел ставится. И блять. Уебать кого-то что? Боже, какой прекрасный сервер. Как люблю грузиться 6 минут. Тупорылая синхронизация. То поиск рейда багнется, то синхронизация 200 лет идет. А, так рейд уже давным-давно начался. Подожди, что это за шляпа? Ее можно убрать? О. Подожди, что на маяке? А где я? По кому он стрелял? По-моему, я на маяке был, это не берег был. Я мог мискликнуть, в принципе, они рядом. Я ничего не понял, что произошло реально. Это вроде бы и берег был, но это был не берег. Ты был на берегу, детачку. Да это не болото было, это не похоже на болото было, это не болото. Я смотрел прямо на Запорожец, который рядом с домом, это маяк. Я четко определил визуально перед собой конец деревни на маяке возле выхода. Я, собственно, на этом выходе и вышел. Да идите нахрен, это не болото было. Заебали. Сейчас всех перебаню, кто пишет, что это берег был болото. Я сейчас забаню всех, еще раз предупреждаю. Я еще раз повторяю, это был маяк. Так а чё, я не хочу играть на карте, на которой я не понимаю, где нахожусь. Я лучше перезайду в новый рейд. Ну как там с деньгами? Это был берег. Выход переходит на маяк. На этом выходе видно кусочек маяка. Ура, наконец-то. Наконец-то забайтил кого-то, ура. Ну наконец-то забайтил. Боже, как же долго байтить надо было. Ура, сюда сотку. Вот он, герой сегодняшней трансляции. Комаренок. Чё орёшь ночью, блесу, баран что ли? Вот теперь ты на маяке. Вот теперь ты добазарился, дружище. Все, перманентный бан тебе. Только попробуй попросить помилования. Только попробуй. Блин, Андрей Дундук гений. Это так весело угрожать чату банами безосновано. Так настроение поднимает. Каковы шансы, что я найду красную лап-карту сейчас? Не, блядь, ноль, нахуй. Но мне кажется, шансов меньше, чем наткнуться на типа, который на ночном берегу капсит. Давай, мочи их! Давай! Пипец, она в помещениях долбит в уши. Hasta la vista, baby. Ой.
Вы как вообще видите меня, ублюдки? Мне вообще квест делается, я уже столько их убил. Еще два надо. Хотите, кстати, увидеть, как вижу я сейчас? О, сейчас я вижу вот так примерно. Пожалуйста, умри. Как он мне в голову не дал? Я лежал, смотрел прямо на него, но он мне дал не в голову, а в грудь. Это чудо. Нахера он вообще на пулике? Ну, просто интересно. Просто интересно, есть ли вообще пулик, у которого можно одиночки включить. Вопрос зачем? Это уже другой вопрос. Это уже 10-й вопрос. Ты ж не спрашиваешь себя, зачем мне знакомиться с Милфой на Мерседесе. Ты спрашиваешь себя сначала, есть ли у тебя шансы. Но у него в помещении только звук такой внушительный. В аутсайде у него такой слабенький звук. Если сравнивать этот пулик и дигл, то пулик вообще просто пукает. Сухой пердежик такой раздает. Ни хрена еще потянулся, нормально так. Базар есть базар, свое слово держу. Для тебя санитар тоже разнюхивал по этому пацану. До этого санитара гатанул просто как дешевку пару рейдов тому назад. Куда ты, мальчик? Куда ты? Пойду ревизию добивать. Ну я умру, скорее всего. Ну поехали. Ну как там с деньгами? А бобы в чат накидали плотненько. Или бан. Будешь ждать релиза Дельты? Ну я вообще-то уже жду. Но отношение скептическое, если честно. Если Дельта много онлайна не наберет, а она походу не наберет много онлайна. Я не имею в виду зрителей на Твиче, я имею в виду игроков. То я, возможно, в нее быстро очень наиграюсь. Так, не полутаться вроде зашли. Работаем в темпе. Право что-то топнуло. Чуваки. Угу, ага. Официально заявляю, стратегия долби от Неспа полное говно. Вообще не удивлен, что он развернулся, меня с первого убил. Просто, блядь, неудивительно. Почему в последнее время начало все больше и больше людей заходить, писать, что я бездарь? Я и раньше им был, но почему-то раньше молчали. Все завидно резко стало. По-моему, это боты. Блин, он сидел в кусте, я думал, он стоит. Бот кого-то увидел. А, у меня, походу, в подземке что-то происходит. Прикидываемся ботом. Человек тут же байтится. Идеальный 300 IQ play. Правда, чел какой-то упоротый был. Я не знаю, что это за говно он собрал. На фазана какой-то калаш собрал. С БУ калаш. Ну, калаш по факту неплохой. Но этот прицел нельзя ставить на калаш. Хотя, кто его знает. Может, он на одиночках профессионал с этим калашом. Есть некоторые люди, кто с пиладом играет. О, видишь, я его еле-еле убью. Вот этого я легко убью. Вот этого базару нет, я убью легко. Потому что он далеко. А 500 рублей не разменяешь? Ёпта, это кто? Это ЧВК? Что? Ты что тут делал, чел? Свинота. А, свинопас. Это по-любому мой зритель. Он просто вот тут за машиной ныкался, походу. Он, кстати, может быть, войс пытался со мной поговорить, но у меня войс выключен. Не, войс нужен для того, чтобы говорить «Джоин, Джоин, я знаю, что это ты, не стреляй, пожалуйста». В игре, где надо стреляться, я не хочу, чтобы мы стрелялись. Я пришел на перестрелку. Чего гранатами байтишь? Я кидаю гранату. Если сейчас не придет бот, я тебя пермачом баню. Это игра про дружбу, фрик. Тогда почему у тебя в нарезке 80% это киллы и только 20% это дружба?
Фрик, сам ты фрик. Леха, как этот, как мафия, он о всех красных говорит, что они мафия, хотя сам по факту сидит мафия, блядь, ночью вырезает чулов. Да умри, пожалуйста. Тебя умолять, что ли, на коленях надо? Блин, реально, походу, работает. Ее, кстати, даже видно не было. Блин, реально гранаты бать от ботов в этой игре. Охереть. Теперь верю. Вот теперь реально верю. А тут челик. Их еще и двое. Это челобот был. Они меня взрывают там. Я уверен, у них стратегия была просто сидеть в меченке казармы и ждать поезд. Я уверен, у них это был просто тупо план изначальный. Не убил, но больно ему очень сделал. Две в лицо дал. Мне похуй. Я высадил в типа магазин АПшек. Пошел дожимать, дал две в лицо, он живет. Я, конечно, понимаю, что не 12-м калибром стреляю. Это, конечно, не 338 и не 50 БМГ, но, блядь, извините меня. У него чё, в ноздрях пятые плиты были? Меня там хоть не передавить сейчас? Я хоть в сейве лежу. Не хочу умирать от поезда. Подожди, я не понял. Он либо жетон друга не забрал, либо он один был. Так, а где второй тогда? А, ладно. Нихер на челоботе играть. Успеем ли на поезд? Можем не успеть. Но во что для нас дороже, лут или квесты? По-моему, квесты это самое дорогое. Будем на D2 выходить. Очень похоже, будто ну просто все двери дефолт. Блин, он может быть неактивен. Он неактивен? Да вы издеваетесь! Надо было не крысы бояться на D2, боже ж ты мой. Как можно не активировать питание на резерве? Как? Боже, какая обида, это просто... Это такой бредик. Не, я, кстати, успеваю выйти. Я еще и, походу, пометить успею. Успею! А его не надо помечать. Вот это была ошибка. Опять же Ваня интригу создал. Вот это шоумен, вот это шоу. Вот ради этого надо смотреть Джованни и подписываться на него. Копье вынесли, тушенку вынесли, страховка вернется, все нормально. Все хорошо. В принципе, все хорошо. В принципе, норм рейд. А я еще и коридор выполнил, кстати. Тарков не отвечает. Игра просто охуела. Что я не пометил? Первая, вторая, третья. Бля, ее по чупам все-таки пометить надо было. Ее надо было пометить, у меня просто не вылезала менюшка. Да. Вкуснятина.